Собственно, я хотела бы сказать всего несколько слов, начать с того, что мы открываем выставку «День рождения Даггера», которая совпала с днем рождения нашего куратора Ольги Гриановой. Я хотела сразу вам сказать, что мы поздравляем такое событие. И мне кажется, что в данном случае, сейчас буду нас говорить, ничего, мы сделали очень специальный продукт абсолютно уникального свойства, потому что мы говорим в данном случае про уникальную фотографию. Про фотографию, которая существует в единственном экземпляре, поэтому 1-1, без тиражей. И все три виды фотографий, с которыми мы тут знакомимся, которые собрали воедино, они связаны именно с уникальностью. Уникальность их связывает. Уникальность – это ключ к миру, на самом деле. Поэтому нам казалось, что и сама выставка должна дать то ощущение особого события, незабываемого, которое дает ключ к пониманию, что такое каждый из этих видов фотографий. Ольга Гринянова расскажет вам подробнее о том, как эта концепция складывалась и из чего мы исходили. И я хотела бы сказать, что у нас есть счастливая возможность здесь, на этой выставке, увидеть объекты искусства, которые трудно увидеть вообще просто так, и даже в жизни. Поэтому многие из них настолько хрупки, что обратите внимание, что они потушены, у вас там есть кнопочка, которая позволит вам их зажечь, ее надо приподнять, вы видите этот отпечаток, который просто прежде даже, я бы сказала, не выдавался, не выдается с невероятным трудом, а некоторые из них впервые, потому что нам нужно их сохранить. И это очень важно. И это придает, как мне кажется, еще дополнительное понимание хрупкости происходящего. А уникальность и хрупкость – это очень близкие вещи. И я хотела бы тут обратить ваше внимание на наших партнеров и поблагодарить их вместе с вами. Это Национальная библиотека Франции в Париже, Французское фотографическое общество в Париже и коллекция. Сейчас я должна одеть очки, чтобы правильно произнести название венской коллекции. Острих. Вены и также наш исторический музей. Я думаю, что выбор куратора совершенно безупречный. Я продолжаю нас хвалить. И это такой чудесный переход к самому куратору Ольге Гриановой. И не могу не сказать про Анну Каменских, которая занималась и отвечала за дизайн выставки. И вместе с куратором они сделали проект, который, мне кажется, мы запомним надолго. Спасибо большое, Олечка. Здравствуйте, я всех приветствую, тех, кто собрался сегодня, чтобы открыть замечательный проект, замечательную выставку. Действительно, сегодня очень день важный в истории фотографии, сегодня день рождения Даггера, и фотографии в этом году 180 лет. Фотография действительно уникальное искусство, которое родилось на стыке социального запроса и эстетической парадигмы. И эта уникальность еще связана с тем, что фотография имеет дату. Я не знаю, какое из искусств еще имеет точную дату рождения, а вот фотография имеет, и ей уже 180 лет. Мы так привыкли к фотографии. Сегодня она вокруг нас, она у нас в руках, она у нас в смартфонах, она в интернете, в инстаграме, она существует везде, и мы порой действительно не различаем и не можем отличить эстетические качества того или другого снимка. И очень тяжело, например, действительно объяснять студентам, почему это хорошо, это плохо. А сегодняшняя выставка, она покажет, что такое хорошо, что такое плохо на протяжении 180 лет. И здесь очень важен контекст, потому что фотография в любом контексте имеется определенное значение. Да? Если для автора или заказчика 19 века портреты, которые мы здесь увидим, фотографически были действительно моментами памяти, своего рода сувенирами, которые можно было показывать другим, можно было хранить, можно было любоваться ими, то для нас сейчас это произведение искусства. И также можно говорить об автохромах, большинство которых сделано любителями, потому что автохромная технология представляет одну из любительских технологий,
и связано с цветом, который вдруг мир расцвел в свете. Как мы знаем, декоратив был абсолютно черно-белый, ну, за исключением некоторых раскрашенных декоративов. Цветная фотография попала в телевизоре, они любили представлять действительно мир таким, как он есть, в самых разнообразных бытовых и жанровых сюжетах. Другое дело, полироид, который подарил миру совершенно новое явление, такое, как, которое называется монументальная фотография. Нас не удивительно таким чудом, как монументальная фотография. Действительно, мы все давно уже привыкли к цифре, но для тех лет, когда полироид появился, речь идет, конечно, о 40-50-х годах, и тогда, когда он в руках художников стал материалом искусства, это действительно была уникальная технология, которая понравилась абсолютно всем любителям, и также художникам, и многие художники использовали эту технологию в своей работе, и здесь представлены действительно другие имена, такие как Ньютон или Энтони Адамс или Стивен Шорт. И все это такая, знаете ли, интересная панорама хрупкого мира, который в том смысле фотографии запечатлена на этих уникальных, единичных, да, отпечатках. И наша выставка действительно называется «Один из одного», и я иногда еще буду говорить, что это первый из первых. Потому что здесь мы говорим о первом изображении реальности, которое запечатлено в декоративе, о первом изображении цветного мира, которое духов подарил человечеству, и о первых моментальных съемках, которые, собственно говоря, теперь для нас не такое чудо, как это было в том уже историческом времени. Вот, помимо остальных изображений, у нас действительно есть еще три инсталляции, они связаны с инклюзии, да, модный такой концепт проекта, вовлеченности наших зрителей в некую действительно парадигму технологии. Это декоратив, это хром и это полироид. И я надеюсь, нашим зрителям, впрочем, и вам это тоже будет интересно. Спасибо. Спасибо большое. Можно задавать вопросы уже по мере работы вашей внутривости. Спасибо большое.